Привет, друзья, с вами Влад Капуста. Хочу каждому из вас показать самые лучшие моменты с матча Weekend Лиги. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. It's murder. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 I killed it. Killed it, it's murder. It's murder. Go crazy. Burn it down. Ой, ребята, 250 золотых игроков, а также есть возможность то, что получу еще элитных игроков. Прикиньте, выпадет 250 элиток. Это будет чудо какое-то. Надеюсь, то, что eSports меня сейчас обрадует. Открываем. Текущая награда. Набор турнира. Сколько же будет элиток? Опа, 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 ничего себе. Хотел проверить, какие там золотые игроки, но нет. eSports мне не дает это сделать. Фабиньо первый пытает. Дани Алвес. Джонас. Идем дальше. Матип. Сусо. Хамес Родригес. Ну и самый основной игрок. Ой, eSports, пожалуйста, давайте, поднажмите. И кто же мне сейчас выпадет? Ой-ой-ой-ой-ой, Кевин Де Брюйне, ни хрена себе. Офигеть, какие игроки выпадают. Игрок золота, давайте посмотрим, какие игроки здесь выпали. Ну, чтобы сильно крутые, не скажу. Но довольно-таки неплохо. Вы не сможете пользоваться многими игровыми возможностями, пока не уменьшите количество игроков. Продайте игроков на рынке или используйте их в тренировках. Прикольно, конечно, прикольно. Фрагмент из Weekend League я вставлю в ком-то из видеороликов. Ну а сейчас я готов получить кумира за 12 побед. Ой, ребята, как же я хочу, чтобы сейчас выпал топовый кумирчик мне. Но Карлос Пуйоль, рейтинг 86. Сколько я уже не открываю вот этих вот наборов за Weekend League, там где должен гарантированно выпасть топовый кумир. Но, к сожалению, мне всегда выпадает кумир с рейтингом 85-86. Ну, Карлос Пуйоль, добро пожаловать в клуб.
Ребята, в общем, если вам понравился мой видеоролик, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать какие-то приятные комментарии. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и всем вам до скорых встреч. Всем пока!